Почему Армения – лучшее место для путешествий? Благодаря своему географическому положению на стыке восточной и западной цивилизаций, Армения доступна каждому. Процедура получения армянской визы проста, а для ряда стран виза не требуется вообще. Субтропический климат позволяет наслаждаться солнцем в любое время года, что делает Армению с ее величественными пейзажами снежных гор, пресноводными озерами и солнечными долинами привлекательным направлением для туристов круглый год. Множество просторных, изысканных гостиничных комплексов и высококлассных, хорошо оборудованных бизнес-залов делает Армению прекрасным местом для проведения мероприятий мирового уровня. Стремительное развитие сферы информационных технологий, промышленности и науки сочетается с многовековой мудростью и опытом. Страна, принявшая христианство в 301 году нашей эры, создавшая алфавит в 405 году нашей эры. Страна, возраст столицы которой составляет более 2800 лет, теперь по праву может считаться современным центром инноваций и технического прогресса. Национальная кухня является неотъемлемой частью армянской культуры. А известный армянский хлеб лаваш включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Еще одно искушение, которому туристы не могут противостоять, это изобилие свежих, экологически чистых и поцелованных солнцем фруктов и овощей. Широкий спектр вин из различных сортов винограда вместе со всемирно известным армянским коньяком доставляют истинное наслаждение. Армения дразнит вкус, но она также ослепляет современными туристическими достопримечательностями. Армения захватывает дух не только от созерцания древних памятников, но и от уникальных технологических конструкций. Воздушный трамвай протяженностью 5 километров 700 метров, крылья Татева, включен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная канатная дорога в мире и является архитектурным шедевром, открывающим вид на Татевский монастырь 4 века. В конце концов, Армения — это страна, где старое и новое живут в подлинной гармонии. Страна, хранящая в своем сердце народные песни и национальную музыку и открывающая двери в многожанровые мюзик-холлы, концертные центры и джаз-клубы, где можно насладиться потрясающим феноменом армянского этно-джаза. Мягкий климат делает Армению лучшим местом для концертов и шоу под открытым небом. Здесь всегда есть выбор, даже для самой требовательной аудитории. Многогранная и многокультурная, солнечная и гостеприимная Армения — место, где вы сможете совместить все. Добро пожаловать в Армению!